Привет всем, друзья, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, меня зовут Альтер, а это реакция на первую серию Мандалорца, второй сезон. После первого сезона были кое-какие вопросы, откуда взялся меч у того чувачка. Я, конечно, уже плохо помню, как его звали даже. Ну и, собственно, интересно, что там произойдет с самим Мандалорцем и... Малышом Йодой, как его прозвали. Ладно, давайте не будем тянуть, я еще по ходу буду спрашивать. Вот это, конечно, вообще просто шок. Я очень надеюсь, что нам расскажут, откуда взялся у него этот меч. Это лучшее, что случалось со Звездными войнами и Дисней. От Диснея. Ну, одно из лучших, то есть. Я не против был еще изгоя. Изгой-1. Тоже топовый фильм был. Вот. Блин, наконец-то. Я вообще, блин, так долго ждал. Не верится даже, что я смотрю это. Мне еще интересно, когда мы увидим Асоку Тана. Может быть, сразу в первой серии. Но то, что здесь произошло, мы видели в трейлере. Мне кажется, он сейчас вмешается. Любишь азартные игры, Мандо? Не тогда, когда это можно избежать. Так. Спасибо, что заглянул. Отдавай по-хорошему, или я сниму его с твоего трупа. Ты же не любишь азартные игры. Вообще прикольный момент. Чувак, о чем ты думал, а? Отдыхай, на. Да нехер бежать, чувак. Хватит, я скажу тебе, где он. Но ты должен пообещать, что не убьешь меня. Я обещаю, что ты не умрешь от моей руки. А теперь говори, где этот мандалорец. Надо дурить. Мандо, о котором я знаю, на Татуине. Времени на Татуине, не видел там никаких мандалорцев. Офигеть. Это же то, о чем я думаю. Не бросай меня так. Так. Very interesting. Немного напомнил первый эпизод первого сезона. То есть, ну там тоже он, короче, чувачка поймал. Ля-ля-ля, 5-10. Охренеть, у меня мурашки. Старые друзья. Эй. Извините, ребятки. Похоже, он меня помнит. Сколько за него хочешь? Шучу, но только отчасти. Да что у вас? Смотрите, что делаете. Он редко вашей братье доверяется. Хотите подарить всем дроидам дурную славу? Спасибо. Что-то новенькое. Эй, прячься. Он его так просто оставил? Ну, хотя тот может себя защитить. Ты про маршал? Ваш маршал носит мандалорские доспехи. Угу. Это не его. Никогда не встречал настоящего мандалорца. Я увидел этого малыша. И подумал, что, возможно, в тебе жить. Я Кобан, маршал Мосвелл. Снимай. Или я сниму. Перед ребенком это устроил? Он видел и похуже. Да. Чувак, ты не мандалорец, алло. Даже не думай. Ладно, тебе повезло. Что за херня? Блин, все-таки как круто, а? Все воссоздали. Че, земляные черви? А че дома не разрушают? И опять же, как в первой серии первого сезона, из-подо льда вылетел
Может быть, нам удастся договориться? Благодаря этой броне я смог защитить этот город от бандитов и народа песков. Он, короче, стал Бэтменом для своего городка. Я сбежал. Урвал у захватчиков, что успел. А потом... Я был спасен. Всегда вовремя появляются. Всегда. Ну, нормальный мужик ты так-то, нормальный. Чё они даже не... Какая глупая сцена. Они практически не стреляли даже. И чё, все валят? А, ну потому что он типа мандалорец. Ракету пускает. Вау. Воу. А, ну хотя он с ними общался же. Эй, напарник, не рассказывай, что происходит. Они тоже хотят убить Край Дракона. Вот уже бежать надо. Все порешал. Четкий мужик. Хочется увидеть эту тварь вообще вот в полном размере. А где народ-то этот? Или вон куча народу. Внезапно откуда-то взялись. Накидали бы туда взрывчатки. Ну, типа в песок. Они же не внутри хотят его подорвать. Тускены говорят, что брюхо – его единственное слабое место. Откуда у них все это? Ладно, все, не докапываюсь. А если он не по той траектории пойдет? Как только он высунется достаточно далеко, и брюхо окажется над взрывчаткой, ты активируешь детонатор. По-любому все пойдет не по плану. Все, все, валите, валите. Просто иголочка. Ну. Да, Фарик, он уползает. Чё толку от этих иголок? И чё он не вылазит вообще? Охренеть. Почти, почти. Чё, он блеванул? Что-то, чуваки, бегите лучше. Пиздецом попахивает это все. Мне кажется, что он не сдал. Мне тоже. Это ничего не даст. Продолжай стрелять. В глаз. Есть идея, отвлеки его. Нет, нет, нет. Стоять. Как будто эта тварь одна. Как будто у них больше нет таких там на планете. Быстро они с ним. Надеюсь, наши пути еще пересекутся.
Я тоже. И скажи своим, что это не я его сломал. Это кто? Подожди-ка. Я ничего не путаю. Как? Как это вообще возможно? Такой старый стал. Ну что, наконец-то вышла серия. Хорошая. Немножко напоминала первую серию первого сезона. Вот, но в общем и целом неплохо. Этот странный дракон, конечно, который просто идеально проплывал по улице, то есть не задев дома, ну просто вообще, как будто специально для него дорога такая, типа, дайте-ка я полакомлюсь. Вот, ну, можно было бы там докопаться до каких-то мелочей, но, в принципе, да зачем мне надо вообще? Все классно, я вообще рад, то, что наконец-то вышла первая серия. И теперь каждую неделю буду ждать, смотреть, смотреть. Так, мне интересно, вот сейчас у меня еще один вопрос. Как выжил в итоге? Надо уточнить один момент, а то я что-то этот... Может, я что-то путаю? Да, это в итоге Боба Фетт. Он как-то выбрался, получается? Блин, я думал, он вообще все, типа, трупак. Но, судя по всему... как в итоге сам Мэндо выбрался, возможно, он точно так же выбрался. Но прикиньте, сколько нам его не показывали. Он до этого вообще не появлялся. И куда у него делись доспехи? Ну, такие, короче, вопросы есть. Это непонятно. Вот. Ладно, докапываться до остального в принципе не буду. В общем, вопросы есть. Будем смотреть дальше. Ну, если вам интересно, то будем смотреть вместе. Нет, так я буду один. На этом все. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал. Все, всем пока. Check it out.